Ну что хочу сказать по матчу. Самое главное, это прошли следующий этап Кубка. Потому что, знаете, Кубок такой скоротечный турнир, он быстро состоит от 1-16, 8 и так далее. Это небольшой шаг, как я говорю, к цели, которая, наверное, есть у нашего клуба, добиться каких-то трофеев. Наверное, мы все на это нацелим, так что прошли. По матчу хочу сказать, что получилось некоторые моменты, которые мы немножко отрабатывали на этой неделе. То, что не получалось у нас в игре в первой, когда недавно мы играли тоже со Слуцком, именно матч чемпионата. Вот. И за счет этого добились результата.